приехали только что. Портов Computer School, только что мы там были. Заходили, эта школа, небольшая школа для обучения Computer Sciences, для обучения тестировщиков программного обеспечения, программистов и так далее. А вот. Находится он в полмили от нашего отеля. Вот сейчас мы немножко проедем назад, заедем в отель. Положим новый маршрут и поедем искать Марка Цукерберга. Вот. И Facebook, где там же где-то находится. Да, и офис. Менло Парк. Очень милое местечко, надо сказать. Очень круто ездить по Калифорнии. Запахи, да, тут сразу? Запахи еды завлекают. Естественно, каждый ресторан со своим запахом, со своим грилем, поэтому этот запах хочется просто съесть, на самом деле. Вот. Ну вот, это первый светофор, на следующем, по-моему, нам нужно уже развернуться. Uh-huh. Очень популярная песня играет, Radioactive. Причем в России я слушал ее уже еще полгода назад, скачал себе. Ну, потому что я американское радио слушаю, как раз альтернативное. Adobe Radio. Вот он, Mountain View. Все круто, все хорошо, погодка наладилась после утреннего. Следующее, видимо, да? А, есть уже. Ладно, затормозим. Ну, этого-то все можно не пропускать, давай. Он поворачивает. Он просто поворотник не включил. Офигели вообще, конец. Вот и наш машинка плавненько идет, хорошо очень. Просто кайф. И руль такой мягкий, послушный. И педали. Все отлично. Прям можно ехать, как на Бентли. Плавненько, аккуратно. Как по водной глади практически. Так, а вот мы уже, да, здесь? Да где-нибудь, кстати.